Накануне в рамках протокольного решения главы района Джамбулата Салаова рабочая межведомственная комиссия администрации Хасавюртовского района провела масштабные мероприятия по проверке деятельности автозаправочных станций. В этих мероприятиях принял участие Абдулмуслимов, заместитель начальника контрольного отдела УФНС Российской Федерации по Республике Дагестан. Проверялись не только предпринимательская деятельность, но и госрегистрация, свидетельство о регистрации на землю, регистрация объекта, трудовые договоры с работниками, уплата налогов, применение кассовых машин и лицензия. Было проверено более 15 объектов, где выявлен ряд административных нарушений. Руководителям выдано предписание и определено время для устранения недостатков. Председатель комиссии, заместитель главы администрации района Нурулла Муртазалиев отметил, что комплексные контрольно-рейдовые мероприятия по проверке всех территориальных АЗС и на законность их функционирования, на предмет выведения из тени, оптовой и розничной торговли, горюче-смазочными материалами, наличие трудовых договоров с работниками АЗС в соответствии с действующим трудовым законодательством на особом контроле главы района Джамбулата Салаова с ежедневным докладом о принятых мерах по выявленным нарушениям. Предпринимательское сообщество в целом положительно откликнулось на призыв главы Республики Дагестан Владимира Васильева, что именно владельцы АЗС первыми сделали шаг на пути к объединению бизнеса, и их положительный опыт власти региона намерены распространять на все сферы экономики. Но на этом пути еще не все предприниматели до конца осознали всю важность неотвратимых изменений и что время уговоров и увещеваний прошли. Строгое соблюдение законодательства в сфере горюче-смазочных материалов и выход из тени создадут для предпринимателей благоприятные условия ведения бизнеса, подчеркнул глава района Джамбулат Салаов.